Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня спонтанное такое видео для вас, в котором я хочу рассказать о наболевшем. Хочу рассказать об одном интересном препарате, который назначают женщинам, если у них долго не идут менструации. Препарат называется... Впрочем, я потом скажу. Препарат назначается при истощении яичников и считается, что он помогает восстановить менструальный цикл, потому что на его приеме начинает идти кровотечение. Якобы менструация, менструальное кровотечение. Но на самом деле это не так, потому что это кровотечение на таблетках. И яичники истощаются на этом препарате еще больше. Поймите, еще больше. Этот препарат называется фемастон. В его составе есть тот же самый гормон дидрогестерон, который в дюфастоне. Но это, так как это препарат заместительной гормональной терапии, то в нем присутствует еще эстрадиол-гемигидрат или эстрадиол-полугидрат. Поэтому это полностью гормональный препарат, который выключает ваши яичники. На этом препарате не работают яичники. Если они, смотрите, если у вас произошла гипоталамическая аменорея или аменорея в силу тех или иных причин, разная, куча причин может быть из-за болезни, из-за стресса, из-за долгих каких-то токсичных отношений, из-за любой другой психосоматики и психологии или лечения, может быть, химиотерапии, то на фемастоне яичники истощаются еще больше. Они не работают в принципе. Нет ресурсов для их жизни, потому что включаются они не таблетками, включаются они головным мозгом, точнее гипофизом и гипоталамусом. Поэтому стратегически неважно при восстановлении здоровья и молодости яичников принимать фемастон. Лучше пусть не будет менструации, потому что яичники и так работают в фоновом режиме. Особая боль для меня – это когда женщинам еще до 40 прописывают, назначают этот препарат. Очень часто ко мне на консультации записываются девушки, женщины, которые несколько лет пропивают этот препарат. И все. Яичники не работают. Без возможности, это поймите, нет никакой возможности для беременности. Все, возможно, для беременности закрыто. Все, закрыта дверь, в которую вы входите беременная и выходите с ребенком. На этом препарате эта дверь закрыта на 38 замков, на 200 замков. Но мы постепенно, не быстро, маленькими шагами на консультациях работаем, и большинство женщин все-таки начинают менструировать, многие беременеют. Поэтому я вас предупреждаю, фемастон не восстанавливает менструальный цикл. Да, он показан и полезен, и очень помогает при сильных проявлениях климакса, при таких симптомах, при которых жить становится тяжело, при которых женщина не может жить, но опять-таки, когда ей уже за 45, а то за 50, если у женщины есть какие-либо приливы или симптомы климакса, или яичники перестали работать, и ей всего 40, 35, 38, 40, 42, 43, даже 44, то фемастон не нужно принимать. Не нужно. Нужно подождать. Нужно успокоить свое эмоциональное состояние. Нужно наладить свой психологический статус, свой психологический фон. И тогда постепенно гормоны приходят в норму. И тогда яичники еще начинают работать еще несколько лет. У некоторых это десятки лет. Некоторые рожают и беременеют. Поэтому
решать вам, применять, пить этот препарат заместительной гормональной терапии. Или все-таки включать разум, именно этим мы и отличаемся от животных, и переставать их пить. Или продолжать пить. Кого лучше слушать? Смотрите, врачам слепо доверять не нужно, потому что врачи связаны протоколами. Большинство врачей, врачи, которые в системе, связаны протоколами. Они не могут не назначить вам какой-либо препарат. Не могут не назначить. Не могут. Поэтому включайте голову. Очень часто вижу, что при грамотном подходе, при правильном составлении лекарственных трав, цикл восстанавливается. Если, конечно, если время не упущено и яичники не истощены полностью образом жизни, долгим приемом гормональных контрацептивов или фемостона и многим другим. Напоминаю, что я провожу индивидуальные онлайн-консультации по видеосвязи. На них я даю вам конкретные рекомендации при различных репродуктивных расстройствах, психологических, при панических атаках, при неврозах, при тревоге, при длительной аменорее, при любых болезнях, которые вызваны психогенными факторами. Меня зовут Ольга, и я бы хотела бы поделиться своим видеоотзывом о работе с Павлом Сапегом. Я бы хотела бы вкратце рассказать мою историю. Меня привело к Павлу мое состояние здоровья, а именно раннее истощение яичников. Вообще я никогда не испытывала никаких проблем с женским здоровьем, даже не знала, что такое боли во время менструации. Но когда я переболела ковидом, после ковида у меня начался очень сильный сбой в моих менструациях. Боли сильные начались, и я заметила, что мой цикл стал нерегулярным. Цикл мог быть 40 дней, мог быть 42 дня, 45 дней, но не более. Затем на какое-то время мой цикл стал налаживаться, и я думала, что все у меня урегулировалось. Но вот в этом году, точнее в прошлом году, в декабре, у меня случилась очень сильная задержка. Я пошла к доктору, у меня обнаружили кисту, при том, что меня хотели на тот момент оперировать, меня положили в больницу. Я испытала страшенный стресс. У меня никогда не было никаких ни вмешательств, ни операций. И тут мне предлагают вырезать кисту. Испытала я тогда очень сильный стресс, когда пролежала в больнице, вышла. Все-таки узнала, что операция не нужна. Мне назначили дюфастон. Пропила дюфастон. И после того, как я пропила дюфастон, моя естественная менструация, она не пришла. У меня случилась страшная задержка, 66 дней. Я пошла к доктору, сдала необходимые анализы на гормоны, и мне сказали, что у вас менопауза. УЗИ показало, что у меня только один антральный фолликул. Эндометрий показывал, что у меня очень тонкий эндометрий. Гормональные анализы говорили о том, что я нахожусь в менопаузе. Очень низкий эстрадиол был. АМГ 0,02. То, что я тогда испытала, это просто не передать словами. Очень было сложное моральное состояние. Оно, наверное, было обусловлено тем, что когда ты хочешь семью, хочешь детей, и у тебя забирают самое ценное, то очень сложно пережить. Я прошу прощения, просто без слез говорить
Невозможно. Тут началось самое страшное. Я поддалась панике, начала искать большое количество врачей. И практически все, что я слышала, это было то, что необходима постоянная гормональная терапия в виде эстрожеля и дефастона. И, конечно, конкретно в моем случае с очень низким АМГ только ЭКО с донорской яйцеклеткой, потому что яичники пустые, там только один фолликул антральный. Я не знаю, что такое антральный фолликул. Ну, понимаю, что какие-то, может быть, остатки фолликулов. И, собственно, на тот момент даже нельзя было простимулировать яичники и заморозить фолликулы, потому что, ну, это было бы очень опасно для здоровья, как мне объяснили врачи. Было очень сложно. Я начала искать большое количество информации на просторах интернета, как себе можно помочь с помощью трав. Искала все, что угодно я хотела. Я хотела попробовать, лишь бы как-то спасти свой организм. И я наткнулась на видео Павла о том, что можно помочь своему организму с помощью трав. Но в том видео я услышала только про витекс священный. Но я понимала, что кроме витекса еще есть какой-то набор трав. Очень сильно заинтересовалась. Не постеснялась, написала ему. Честно говоря, не ожидала, что получу так быстро консультацию. Получила консультацию. И после консультации я поняла, что нужно поработать со своей головой. А именно нужно в хорошем смысле этого слова пожалеть себя, дать себе возможность своему организму восстановиться, расслабиться, поверить в лучшее. И я поверила в силу трав. Я купила витекс священный, купила дикий ямс, это аналоги эстрогена и прогестерона. И тут началась работа. Работа со своей головой, работа с травами. Я вспоминаю то состояние до разговора с Павлом. У меня такое было состояние, мне не хотелось просыпаться, потому что я когда просыпалась, у меня было ощущение, что я какой-то инвалид, что я какая-то неполноценна, что всю жизнь жить на гормонах, как я буду жить всю жизнь на гормонах. И важный момент. Я бы, может быть, бы так негативно не отнеслась к гормонам, но когда я начала принимать дефастон, я очень сильно заметила, что моя голова просто не моя. После пройденного лечения на данный момент у меня есть фолликулы, менструация пришла, психологически мне стало гораздо комфортней, появилась уверенность в себе. Нету ощущения, что я неполноценная, пустоцвет. Это совершенно другое психологическое состояние, когда пришла своя нормальная, естественная менструация. И появилась надежда, что в дальнейшем я смогу естественным путем забеременеть, выносить ребенка, родить здорового, крепкого малыша. Появилась надежда. Радору, даро славу.